никогда не понимал, как так получается, что Куки все время рядом в момент съемки. Все время он наблюдает, как-то участвует в процессе съемки. Ну, блин, котам это реально интересно. Они сами приходят посмотреть, что тут делается. Ты вот начинаешь все расставлять. Он приходит, понюхает штатив, понюхает, что ты там положил, понюхает, что ты тут положил. Все понюхает, сядет рядом, сидит, смотрит. Вот он только что там сидел и смотрел, как я все это делал. А сейчас, когда я решил это снять, он решил прийти проведать, что это такое, как это все устроено. То есть котам это реально интересно, ну то есть нет никакого секрета, коты сами по себе любопытные, и если в момент съемки рядом с вами будет находиться кот, то он обязательно придет посмотреть, что вы там шебуршите, что вы там делаете, потому что для него это что-то новенькое и интересное, и он всегда придет посмотреть. Вот он сейчас нюхает часы. Отвертку. Проверяет целостность конструкции. Все ли нормально, все ли хорошо. И когда он одобрит, скажет, что все хорошо, то тогда можно начинать съемку. А до этого момента нельзя. Все, он одобрит. Все готово. Все проверил, все хорошо. Теперь вот можно и начинать.